День Героев Отечества отметили на Камчатке. В городе Елизово прошла церемония возложения цветов к мемориальной доске Героя Советского Союза Георгия Кузнецова. Участие в мероприятии приняли представители местных властей, общественного движения «Волонтеры Победы» и глава региона Владимир Солодов. Мне кажется, очень важно то, что мы видим на Камчатке и в Елизове в частности. Это сохранение живой памяти о подвиге наших героев. Это уважительное, почтительное отношение к живым героям. Это передача от поколения к поколению того понимания подвига, которое на деле было доказано нашими героями, и которое, дай бог, не понадобится в будущем. Вот эта ценность мирного времени, которое у нас есть, наверное, это самое главное, что мы выносим, общаясь с нашими героями, возвращаясь к памяти тех, кого же нет с нами. И мне хочется вас поблагодарить за ту работу, которую вы проводите, и пожелать нам всем успехов в этом действительно важном, действительно святом деле сохранения памяти и передачи его из поколения в поколение. В памятный день Владимир Солодов посетил зал славы Героев Отечества, расположенный в том же доме, где установлена и памятная доска Георгию Кузнецову. Впервые зал славы открыл свои двери 2 ноября 2002 года. И с тех пор ежегодно его посетителями становятся тысячи камчатцев. В музее хранятся фотографии, личные вещи и материалы из семейных архивов ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Добавим, День Героев Отечества ежегодно отмечается по всей стране 9 декабря.